Добрый день, друзья. Прошу прощения за задержку, технические проблемы. Вроде бы мы их успешно решили. Поставьте, пожалуйста, плюсики, как меня слышно. Есть ли у нас звук? Друзья, как звук? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Поток отсутствует. Попробуйте перезагрузить страницу. Обновите страничку. Антон, звук есть, да? Картинка тоже есть. Отлично. Звук присутствует. Ну что же, хорошо, друзья, давайте начнем с вами наш сегодняшний обзор. Приступим, так сказать, к боевым действиям. И по традиции, как обычно, мы с вами начинаем с пары евро-доллар. Какая у нас сегодня здесь присутствует картина, да? Ну что же, вчерашний прогноз наш с вами оправдался. То есть ожидания не заставили долго ждать. Удалось даже прилично, в принципе, заработать. Мы видим, что вчера у нас с вами был хороший импульс по евро-доллару. Как и предполагалось, вынесли всех и вся, все, что можно было вынести, все мы вчера вынесли. Все отлично. Начнем с дневного графика. На дневном графике бычья модель ABCD у нас присутствует. Поддержка на уровне 1.05148 у нас с вами не нарушена. Мало того, мы еще получили хороший импульс в сторону коррекционного движения. И на сегодняшнем дне, на сегодняшней свече у нас с вами появился сигнал на продолжение роста. Поэтому, скорее всего, возможно, конечно же, мы продолжим расти. Это что касается у нас дневного графика. На 4-часовом графике у нас также с вами вчера был сигнал. Сигнал был на покупку. Я удачно зашел на самых низах. Первая сделка была открыта несколько дней, у меня висела в просадочке. Но вчера я успешно, удачно подхватил, использовав этот момент, так как мы с вами помним, что 7 числа у нас с вами должен образоваться новый локальный максимум. Соответственно, возможно, этот максимум уже образовался сегодня. Возможно, мы еще продолжим свое движение в течение сегодняшнего дня. И, скорее всего, есть вероятность того, что завтра мы тоже продолжим расти. Какие цели нас с вами ожидают ближайшие торговые дни? Что касается у нас евро-доллара, да? Уровень, коррекционный уровень Fibonacci 38.2 мы с вами еще не сделали, поэтому все-таки есть вероятность того, что мы еще подрастем.
Подрастем на отметку 0,8. Ну, пускай будет 0,8 ровно. Продолжится у нас рост дальше или нет? Скорее всего, да, потому что угол наклона у нас с вами очень резкий. Очень резкий. И мы должны все-таки перетянуть этот зигзаг, сделать его немного плавнее, сделать вот так вот в сторону чуть-чуть. Поэтому вероятность продолжения роста все-таки есть. Возможно, сегодня в течение дня будет какая-то небольшая коррекция. Но основное направление все-таки у нас остается в buy. Это что касается евро-доллара. Уровень Fibonacci 1.618 отработали. Следующая отметка, конечно же, у нас с вами будет 2.618. Если мы перепроверим, сделаем с вами уровень Fibonacci, то следующие цели у нас с вами будут на отметке 1.10. Поэтому я все-таки, наверное, перемещу свои тейк-профиты повыше. Но опять же будем смотреть по ситуации. По ситуации, которая у нас будет происходить в течение этой торговой недели, потому что на этой неделе мы должны сделать локальные максимумы, и скорее всего этот максимум будет либо завтра, либо к концу недели. То есть скорее всего завтра, либо к концу недели я уже буду фиксировать прибыль. Это что касается у нас с вами евро-доллара. Если мы посмотрим более младшие таймфреймы, уровень поддержки у нас с вами находится на 0,7601, следующая поддержка 0,7338. И следующая поддержка 0,7 ровно. Соответственно, свои стоп-лоссы я перемещу за уровни, за последний уровень поддержки, чтобы в случае, если все закончилось, можно было зафиксировать прибыль. Ну и, соответственно, по ходу развития событий будем перемещать стоп-лоссы и постепенно фиксировать прибыль. Это что касается у нас евро-доллара. Хотя на сегодняшний момент у нас с вами сформировалась медвежья модель, медвежий паттерн, но все-таки нужно еще одно подтверждение. Скорее всего, 2.618. От этой отметки мы еще сделаем. Так, это у нас будет 1.618, 2.618. Возможно, даже пониже. Вот такой вариант сделаем. Не будем жадничать, так сказать. Даже из расчета, если мы придем к нашим с вами целям, это нам еще даст 1500 пунктов. Итого по евро-доллару получится 3000 пунктов. Я думаю, что это хорошая прибыль, которую можно будет зафиксировать и потом искать еще какие-то дополнительные точки входа, потому что, скорее всего, возможно, на этой неделе евро-доллар и закончит свой рост, и начнется стремительное падение. Но опять же, это мы будем смотреть по ситуации, то есть решать задачи по мере их поступления из дня в день. Нам будет все яснее, все понятнее. Пока склонность к росту евро-доллара, на мой взгляд, сохраняется.
То есть мы будем делать перехай. Если мы посмотрим с точки зрения волнового анализа, у нас здесь сейчас формируется третья волна. Соответственно, третья волна – это импульс, она не может быть самая короткая. И против третьей волны торговать, ну, это опасно для депозита, поэтому склонность я все-таки придерживаюсь, что рост у нас с вами продолжится. Хотя сигналы уже появляются, но все-таки этого недостаточно, чтобы начать шортить. Нужно еще немного подождать. Первую цель мы сделали, вторая цель у нас будет... чуть-чуть повыше. То есть это будет отметка 0.8386, и следующая конечная будет где-то на отметке 0.9423. Вот где-то в этих районах, в принципе, можно будет уже думать о том, чтобы начинать фиксировать прибыль. Но опять же будем смотреть по ситуации, как мы туда будем подходить, какое будет развитие событий на тот момент, когда придем, учитывается число, ну и также в принципе множество других факторов, которые конкретно нам будут говорить, что рост у нас закончен, но все-таки я рассчитываю на 0.9423. Так, сделаем. Стоп-лоссы стоят. Прибыль уже практически присутствует, даже при срабатывании ордера стоп-лосс. В любом случае мы уже остаемся с вами в плюсе. Давайте взглянем на индекс доллара. Что нам говорит индекс доллара? По индексу доллара картинка, в принципе, зеркальная. Мы с вами помним, что... индекс доллара – это зеркальное отражение евро-доллара, соответственно, евро-доллар у нас buy, индекс доллара у нас sell. Есть вероятность снижения, то есть долгосрочного снижения по индексу доллара в район 92, где-то туда. Поэтому, возможно, евро-доллар еще будет у нас расти. Также мы знаем, что декабрь у нас насыщен экономическими событиями, то есть этот месяц будет очень волатильный, хорошая возможность заработать, поэтому пополняйте депозиты, за этот месяц можно заработать столько, сколько не заработать за полгода, поэтому эту возможность, конечно же, нужно использовать максимально. По индексу доллара также у нас формируется сейчас третья волна, соответственно, этот импульс – это лишь начало этой волны, и снижение по индексу доллара еще продолжится, что вызовет ослабление доллара по отношению к другим валютам. Наша с вами голова и плечи, как и предполагалось у нас с вами вчера, отработала себя красиво. Сейчас мы с вами перепроверим, прошли ли мы на расстоянии шеи. И есть ли у нас еще с вами запас хода. Запас хода есть. Цели у нас с вами 99.55. Но, по крайней мере, отметку 99.69 мы должны сделать. Соответственно, продолжение роста евро-доллара тоже еще склонность к росту евро-доллара у нас с вами склоняется. Здравствуйте, Илья, здравствуйте. Вот такая вот ситуация. Давайте взглянем с вами на доллар-иену. Доллар-иена все тоже отлично, просто как и планировалось вчера, сходили, обновили максимум,
ровно его пощупали, и сейчас формируется у нас с вами плавающий треугольник. Нужно ждать пробития, хотя, в принципе, по иене я уже стою. Опять же, вчера еще раз долился, прикупился. То есть не прикупился, а подшортить. Поставлю без убыток, на всякий случай, мало ли. Потому что все-таки мы находимся сейчас внутри треугольника и внутри фигуры желательно не работать. Хотя большая вероятность того, что будет все-таки снижение. Что касается у нас доллара иены. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Возможно все. И начнет иена у нас корректироваться к отметке первой цели у нас с вами будут на уровне 38,2. Уровень 50 и в уровень 61,8. Это будут у нас с вами первые цели. Золотом сейчас мы с вами обсудим по золоту тоже. Добьем до конца иену и переключимся с вами на золото. Треугольник у нас сформирован, и, возможно, опять же, нужно дождаться выхода из этого треугольника, куда мы его пробьем. Если мы его все-таки пробьем наверх, то картинка немножко у нас нарушится, и иена у нас продолжит свой рост к отметкам 116-325. Следующая цель будет 116-693. И что там у нас сверху? И сверху у нас есть еще одна цель. 118-265. Это при условии того, что если мы с вами нарушим наш с вами максимум, выйдем выше него. В чем, конечно, я сомневаюсь, но вероятность того присутствует, поэтому рынок такая штука, что возможно, вроде бы кажется, что все тебе понятно, все ясно, но что-то идет не так, и мы всегда помним, что есть стоп-лоссы для этого. Этот стопик я все-таки перетащу чуть выше. Как только появится возможность встать без убыток по второй сделке открытой, конечно же, я сразу же перемещу стоп в район без убытка и будем выжимать с иены по максимуму. Что касается входа, можно рискнуть сейчас со стопом на уровень 1300 пунктов, либо зайти по пробитию поддержки 112-840. Этот вариант, скорее всего, будет надежнее, более безопасней. То есть где-то здесь можно будет войти. Для отчаянных можно зайти сейчас, так как пятая волна у нас сформирована. Четвертое, пятое, то все-таки вероятность падения больше, чем вероятность роста. Но опять же, все может быть. Фигура формируется. Желательно дождаться выхода из этой фигуры, и тогда нам будет все более яснее, будет более понятно. Сейчас так. Все-таки цели у нас вниз, мы видим. Первые цели. Опять же, наш с вами уровень поддержки, пробиваем и посыпались на отметку 109-631. Из расчета входа сейчас это будет 4000 пунктов при риске 1300 пунктов со стопом в 1300 пунктов. В принципе, риск практически в 4 раза выше
прибыль в 4 раза выше риска. Поэтому, в принципе, можно рискнуть, на мой взгляд. Опять же, посмотрим, что у нас еще из сигналов. На H4 сигнал есть, вершинку пощупали, дневной сигнал у нас с вами есть, присутствует. Сопротивление 114-404 у нас не нарушено, поэтому все-таки большая вероятность того, что доллар иена у нас будет снижаться. Посмотрим на более мелкие таймфреймы, что у нас здесь есть. На 15 минутах у нас был медвежий паттерн, что нам говорит о намерениях доллара и иены, конечно же, снижаться. Но входить было бы наиболее безопасно, конечно же, входить вот здесь, вот на верхах, то, что я и, в принципе, вчера еще и сделал. Вошел и пошел спать, так сказать, да, со спокойным сердцем. Что касается у нас золота. Давайте взглянем мы с вами на золото. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Предполагалось снижение, мы его сделали. Девятая волна у нас есть. Вероятность того, что это у нас локальный минимум, присутствует высокая. Сигнал на H1 у нас вчера появился. На H4 у нас сигнал присутствует. На дневном уровне пока сигнал отсутствует. Пока сигнал отсутствует, но мы с вами помним, что есть вероятность снижения в район 1142-840. И там мы с вами разместили наши стоп-лоссы. Если мы посмотрим на более мелкие таймфреймы, в принципе, вероятность роста выше, чем вероятность дальнейшего снижения. Хотя тренд у нас с вами, мы помним, что он у нас нисходящий. Но опять же, все, я так думаю, что все получится так же, как вчера у нас с вами получилось по евро-доллару. Вынесли всех и вся, и причем сделали это очень быстро. Я думаю, что с золотом у нас тоже будет такая картина. То есть по паттерну у нас цели еще поддержки присутствуют. Соответственно, стоп-лоссы я выставил ниже этих вероятных уровней поддержки. Дневной график. Направление бычье. 4 часа направление бычье. H1 направление бычье, 30 минут направление бычье, 15 минут паттерн сформировался направление бычье. То есть достаточно много сигналов для того, чтобы золото начало расти и начало свое новогоднее ралли. Поход в облака на отметку 1416-1522. Конечно же, мы с вами помним, что пробой уровня 1200-1241 уже более точно подтвердит намерение золота к восходящей тенденции, к новогоднему ралли евро-доллар. Что касается золота. Так, что касается нефти. Нефть у нас с вами тоже, в принципе, оправдала свои ожидания. Был заход наверх. Есть вероятность продолжения роста по нефти. Последняя цель будет на отметке 56.29. Но в данный момент уже сформирован наш 4 у нас bearish паттерн, медвежье настроение. Также медвежье настроение присутствует на дневном графике, также присутствует на H1. И следующий район сопротивления у нас будет находиться на отметке 53.32. Преодолеваем, идем выше к следующим на уровень 56.29. Там, возможно, будет все.
Так, 30 минут. Евро-доллар. Ну что же, давайте еще раз пробежимся. Евро-доллар. Евро-доллар. Преодолеваем, если перекрываем максимум, который мы с вами сделали на 0,7801, идем дальше. Идем дальше. Профиты стоят на 0,9430. Есть большое предположение, что все-таки рост будет в этот район. Опять же, третья волна, 2,618 по уровню Фибоначчи. Где-то в этом районе мы будем уже фиксироваться. Если это мы сделаем за сегодня, за завтра, завтра уже нужно будет быть более внимательным, потому что, возможно, завтра наша с вами долгожданная коррекция по евро-доллару закончится, и мы нацелимся покорять новые низы. Британский фунт, опять же, повторюсь, фунт не торгую, но исключительно по вашей просьбе иногда это делаю. Фунтик, где ты у нас? Где ты? Где ты, фунтик? Окей, фунтик, картина. Картина маслом. Так. Если это было раз, два, это возможно три. По фунту у нас с вами на H1 сформировался медвежье настроение. Уровень сопротивления 27,784, преодолеваем, идем к отметке 1,29. Сейчас присутствует на H1 у нас дивергенция, что говорит о возможном завершении роста по фунту. 1,21, 1,618, возможно, все-таки еще сходим повыше. 28,586, 29,023, где-то туда, в тот район. Это если смотреть с часового графика. Так, 2,618. Так, голова, плечи отработали. Перепроверим. Возможно, все. То есть голову, плечи отработали на 100%. H1 равно H2. Расстояние шеи прошли в аккурат, пункт в пункт. При этом на H1 сформировался паттерн. Я бы не рисковал сейчас. Так, если раз, два, это три, это четыре, это пять. Возможно, все. По фунту возможно все. На мой взгляд, с фунтом у нас все кончено. Если же преодолеем 1,27786, то 1,29 увидим. Но все-таки я бы сейчас не покупал. Опасно, на мой взгляд, это делать, потому что пятый импульс закончен. А это может говорить о смене настроения по фунту. Если мы посмотрим на более мелкие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, тринадцать. Мелкий тоже говорит, что вниз. Поэтому
все-таки, если у кого-то есть прибыль, я бы эту прибыль фиксировал и ждал. Ждал дальнейших развитий событий, но шорт здесь ближе, чем продолжение роста. Мой взгляд. Да, все-таки я придерживаюсь больше шортить, чем продолжать покупать фунт. Какие еще вопросы, друзья, есть? Что еще интересует? Какие моменты? Жду шорт. Уровни стопа на 23 400, 29 400. Ну что же, на сегодняшний день наш с вами обзор закончен. Был рад видеть вас на нашем обзоре. Через час начала занятий базового курса. Если кто-то желает присутствовать, тема будет интересная. Заходите, смотрите в расписание. Астана, базовый курс 1. До новых встреч, до нового обзора. Обзор у нас с вами следующий будет завтра.